В Мажилисе парламента сегодня презентовали экспертную площадку для работы над проектом цифрового кодекса «Открытый код». Такой формат работы над законопроектом и запускается впервые. У каждого эксперта в сфере цифрового развития будет возможность внести конкретные предложения и получить обратную связь. Как сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, что цифровой кодекс не имеет прецедентов в мире. Напомню, в сентябре прошлого года глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости закрепления принципов цифровизации и подготовки целостного отраслевого документа. Идея в том, чтобы создать какой-то рамочный, основополагающий, базовый документ, где будут регулироваться принципы работы, существования в цифровом пространстве, какие-то кросс-секторальные, кросс-отраслевые вопросы, чтобы не было противоречий. Мы не стремимся сделать консолидацию всех нормативно-правовых актов в сфере цифрового развития и цифровизации. Вот, поэтому сегодня экспертному сообществу, депутатам, госорганам была некая презентация. Разместили в открытом доступе первый драфт для активного обсуждения. И будем в стенах парламента, в стенах Мажилиса с экспертами регулярно встречаться и работать над этим общим документом.